28 февраля президент России подписал закон, который вносит поправки в существующий федеральный закон о государственном языке Российской Федерации. Он обязует использовать только государственный язык. Изменения касаются русского языка при размещении средств наружной информации, вывесок в общественных пространствах. Расскажу о том, что будет запрещено. Первое. Использование в текстах и изображениях, на вывесках символов и надписей на иностранных языках, а также транслитерация запрещено. Исключение составляют в случае указания фирменных наименований юридических лиц, которые являются коммерческими организациями, товарных знаков и знаков обслуживания. Второе. В случае использования в вывесках языков народов Российской Федерации тексты на русском языке и на языках народов Российской Федерации должны быть идентичными по содержанию. То есть на территории Российской Федерации могут быть основными вывески на русском языке. Уточняющие названия на языке народов Российской Федерации, других языков народов Российской Федерации или иностранных языков, такие наименования должны быть расположены рядом с основной вывеской, выполненной на русском языке. Они должны быть идентичны по содержанию, равнозначны по размещению и техническому оформлению, то есть иметь одинаковые параметры – цвет, тип и размер шрифта. Транслитерация в понимании замены слов с кириллицы на латинские буквы, а также передача звучания текста не разрешается.